Всем привет! Сегодня я вам покажу, как наращивать леску. Вот мое изделие, и мне не хватает лески. Для этого нам нужно сейчас завязать узелок, а затем просто вставить леску, новый отрез, в ту же бисеринку. Делается это обычно на изнанке, но я буду делать на лице, так как у меня нет возможности на изнанку вывести этот узел. Поэтому вы просто делаете на изнанке. Выводим нашу леску, чтобы концы встретились. Теперь завязываем 3 узелка. Опять же, делайте это на изнанке, тогда узла у вас не будет видно. Обрезаем наши концы. Также их можно поджечь, но будьте осторожны. Берем новый отрезок лески и вставляем в ту же бисеринку. Наращивать можно в любой части фигурки. У меня просто жгут подошел к концу, поэтому я здесь наращиваю. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а также на мой инстаграм и тикток. Ссылки в описании. И всем пока!